А в этом фильме, друзья, Бука ощенилась, и мы радуемся этому событию. Это когда щенки появляются на свет. И сегодня у нашей Буки пополнение. Да, и желательно не трогай, только ее трогай. Бука, пехи, Бука. Бука, аккуратно лапой своей. Маленький же они совсем. Отойди, ну отсюда. Бука, пехи, Бука. Камень не мешает. Маленький. Ларки, хорошо, ларки. Бука, дацаки. Дацаки, камень, дацаки. Я верти чамуарда, надо, чтобы не раздавило их аккуратно. Молодец, Бука, молодец, девочка, Хорошо, отдыхай. Хорошо. Все шевелятся, да? Хорошо. И поэтому это Все живые, нормально? А? Живые, все шевелятся. Если соус. И поэтому это зузуземишь. Бука молодец, девочка. Бука молодец, хорошо. Пупков точно не осталось никаких? Если вчера мы думали, что всего будет три щенка, то сегодня, друзья, их оказалось 11. Давай. Большой у Буки приплод, поэтому Георгий помогает ей пить водичку, и тяжело даже вставать. Надо ей помогать. И вот ее красавчики. Ляо, Бука, ляо, ламайс. Амить. Они уже научились сосать сиську, находят ее. Остается время очереди. Это только очереди. Потому что, сами понимаете, 11 щенков — это не шутки. Мы ехали на маршрутке. Бука. Малыши, крепыши, им сегодня второй день. Они уже такие крепкие, шустрые. Ага, молодец. Ну, мы тебя поздравляем, Бука, вот ты стала мамой. На букчанский. Тебе за это пирожное. Печенье. Спасибо. На здоровье. Бука, пойдем. Печенье. Давай. Печенье, кушай. Давай. Тепилось. Юбилейная Бука любит печенье. Самое главное, друзья, не забывать проведать Буку.
Молодец, Бука, молодец. Сейчас она как нельзя нуждается в поддержке. И, конечно же, единственное печенье, которое у меня осталось, мы отдадим Буке. Бука очень любит печенье. Бука, Бука, на, Бука, 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 на, на, на. Бука. Вот ее прекрасные малыши. Ползают по ней. Хотят все дотянуться до сиськи. Все хотят до сиськи дотянуться. Час ночи, друзья, час ночи. Бука отдыхает. Мальчик тоже отдыхает. Спи, спи, Бука, спи. А нам ничего не остается делать, как по очереди дежурить. Потому что до недели за щенками глаз да глаз надо, пока у них не окрепнет более-менее скелет. Потому что мама имеет свойство на них наваливаться. Бука, молодец, молодец. Когда собака навалится на щенков, надо им помогать ее лапу убирать. Потом после недельного срока она уже их не раздавит. Но сейчас момент еще опасный. Поэтому будем дежурить. Означает, что это шаг по достижению. А пункт назначения...